Привет, зритель. 11 августа. Я вчера говорила про кипрей, как я его сушила. В общем, вот он, кипрей. Как он выглядит. И вот то, что он высох на солнышке, на солнечной стороне, под белой тряпочкой. Я вот только сейчас подумала, где у меня эта белая тряпочка. Куда она делась? После того, как я ее достала. Я ее положила. И... Ну да, я его измельчала, скручивала, мяла, жала. Он, конечно, не такой черный, как, ну, допустим, был бы в печке или в духовке, но тоже все-таки темный. Я вот сюда думаю пересыпать, а контейнер взять с собой и, может, где-нибудь часа через полтора, вот сейчас у нас где-то без 20:10, вообще 8 стало, хотя я легла чуть позже, ну, позже 12. Но внезапно вот окончательно проснулась 8. Короче говоря, собираюсь до Степанова доехать и в этот контейнер собрать ягодки, если их никто еще раньше меня не обнаружил с того момента. А кипрей будет здесь.